В пятницу 60 попугаев редкого вида красной ара, рожденных в неволе, обрели свободу в лесах Коста-Рики. Это уже четвертая партия птиц, которых выпускают здесь в их естественную среду обитания. На церемонию прощания с величественными птицами пригласили школьников. Таким образом, ассоциация по сохранению красных ара привлекает внимание местного населения к проблеме защиты этого редкого вида. Биологи надеются, что благодаря этой акции численность пернатых увеличится. Цель ассоциации по сохранению красных ара заключается в разведении этих птиц в неволе контролируемым способом, а затем их реабилитации в лесах полуострова Никоя. Субтропический лес, куда выпустили попугаев, их традиционное место обитания. Защитники природы говорят, что у птиц достаточно большой шанс выжить. Мы полагаем, что 75% птиц должны выжить. Они питаются приблизительно 20 видами растений, и там, куда мы их выпускаем, есть источники воды. Количество попугаев красной ары, которые когда-то в изобилии водились во многих районах Коста-Рики, значительно уменьшилось. В основном это произошло из-за вырубки лесов и другой хозяйственной деятельности человека. Сегодня эти попугаи находятся на грани исчезновения. По прогнозам экспертов, через 10 лет представителей этого яркого вида в Коста-Рике может вообще не остаться.